Привет, друзья! Компания Lenovo представила в Китае свой новый флагман Legion U70. Хорошие характеристики за вполне себе вменяемую цену, если заказывать из AliExpress. Давайте рассмотрим новинку подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Друзья, недавно у меня вышел полноценный обзор на неплохие часы, которые по акции стоили 2500 рублей. Если не видели, обязательно посмотрите этот ролик. Акции на эти часы в AliExpress еще будут. А теперь про смартфон. Аппарат оснащен 6,67-дюймовым экраном AMOLED. Он предлагает разрешение Full HD+, и частоту обновления до 144 Гц, а также поддержку HDR10+, и Dolby Vision. Пиковая яркость в 1000 нит. Корпус смартфона выполнен из авиационного алюминия и получил металлическую раму. На тыльной стороне красуется прямоугольный островок камеры с главным датчиком на 50 мегапикселей. Он дополнен сверхширокоугольным объективом на 13 мегапикселей и камерой глубины с разрешением 2 мегапикселя. Для селфи есть фронталка на 16 мегапикселей. Под капотом Lenovo Legion U70 находится процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Смартфон получил 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт постоянной быстрой памяти в топовой конфигурации. Устройство также оснащено аккумулятором емкостью в 5100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки в 68 Вт. Телефон работает на Android 12 с оболочкой ZUI 14. Фишкой смартфона будет красный цвет, но также Legion U70 выйдет в черном и белом цветах. Стоимости флагмана вы видите на своем экране. Начинаются цены от 26 300 рублей в Китае, конечно. Смартфон на своем рынке поступил в продажу. Напишите в комментариях, как вам флагман за такую привлекательную цену. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены с AliExpress. Спасибо за ваши лайки, впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.